Итак, начнем наше видео. С вами канал «Все просто». Заказал я в Резетке самый дешевый газовый баллон. Важно, когда его заказываете, сразу померяйте, сколько тут газа. У меня получилось 486 миллилитров. Хотя баллон, видим, 300 грамм где-то весит, 508 вмещается. Но здесь заправлено 486. Важно, чтобы тут была также некоторая воздушная прослойка в целях безопасности. Газ расширяется туда-сюда и тому подобное. Поэтому взвесили, и где-то так желательно заправлять не больше. Хотя мы взяли у моего друга баллон на 492 был. Поэтому, ну, ничего вам не скажу. 486, значит 486. Взял горелку такую титановую. Давайте посмотрим. О ней очень много легенд ходят. Говорят, она очень крутая, очень классная. Сейчас мы ее разложим. Тут свободно ходит ползунок. Тут он крепится. Ага, я тут по очереди надо собирать. И тут крепится, а тут ходит свободно. Хотя тоже должен вроде крепиться. Не должен он так телепаться. Вроде как так. Плюс-минус. Здесь показано. Плюс-минус. Типа так закручено. Сейчас попробуем. Первый раз я с этим всем дело имею. Даже не знаю, где у меня спички лежат. Так. Закрутили. Ага. Дует. До конца, наверное, закручивать сильно не будем. Так, ну допустим, сковородку если поставить. Держит. Держит нормально. За сколько приготовиться есть, я не знаю. Все данные про эту горелку вы сможете посмотреть где-то в другом месте. На сайте я оставлю. Абы ничего не взорвалось. Так, по идее, где-то так, да? Вот, так она у нас горит. Это максимум. Это минимум. Хорошо, работает. Так. В сегодняшних реалиях это необходимо. И заказал себе такую титановую крошку. В предыдущем ролике я взвешивал ее. Не помню, сколько весит. С крышечкой. Это очень важно. Очень легкая. Прям вообще легкотня. Кстати, горелочка. Чтобы вы понимали, насколько она маленькая. Зажигалка больше. Так, одна ножка, конечно, плохо ходит. Откроем спор. Тек-тек-тек. Нальем водички. Сюда в нашу чашечку, тоже титановая чашка, 700 миллилитров сюда вмещается, почти литр. Нальем чуть-чуть меньше воды, где-то так. Ставим ее сюда. Стоит она, в принципе, хорошо. Сейчас зажжем. Видим, можно регулировать газ. Ставим нашу горелочку. Чашечку. Закрываем крышечкой. Вот, есть специальные у чашки. Крышечка с дырочками, чтобы ничего не выкипало. А, я не засек. Так, Сиври часы. Обзор будет позже. Где здесь секундомер? Там пару секунд уже посмотрим. Вот, вот так у нас горит она. Огонь достаточно страшный и мощный. Она по мощности ничем не хуже плит, которые у вас есть. А. Ручки трогать невозможно, вот и проверили.
И, кстати, газу можно давать во много раз больше, чем оно есть. Газу можно давать во много раз больше, чем оно есть. Ну, в принципе, тряпочкой можно использовать вот эту штуку, чтобы ровно поставить. Стоит устойчиво, что я могу сказать. Да, ручки трогать, конечно, невозможно, поэтому отодвигать их надо сразу, ставить в таком положении. Обжег пальцы. А не, прожигает. Этой штукой нельзя пользоваться, прожгло, пардон. Такие нюансы интересные. Испортил чехольчик. Расмолил. Бывает. Ну, ничего. Значит, пользоваться этим нельзя. 2 минуты. Вообще, сверху крышка не нагревает. Ну, нагревается, но за ручку можно брать. За ручки, я тебя подозреваю, тоже можно брать, но тут огонь просто выходит из-за чашку. То есть можно поверхность, которую вы ставите на горелку, во много раз больше брать. Жжет она шикарно. Просто шикарно. И это не максимум. Это далеко не максимум. Чтобы вы понимали, ее можно приготовить, чай, кофе, капучино, все, что вы хотите, во много раз быстрее. Я просто боюсь весь газ израсходовать. Вот такая штука. Серьезная. Четыре минуты, но можно приготовить и за меньше. Это не максимум газ. Вода кипит. Выключаем. Возьму полотенце. Вам надо будет какая-то рукавичка. Бо с полотенцем это делать, конечно, жутко неудобно. Горячо, даже на полотенце. 700 миллилитров, почти литр, закипает за 4 минуты. Вот, возможно, можно и быстрее. Потому что я максимум не брал. Вот такая горелочка. Вроде бы маленькая, но работает не хуже печки, которую вы можете купить. Ну, стандартную, здоровую, знаете, комфорочную. Еще горячее. Теперь сейчас покажу, как можно его заправлять. Поэтому кому устроило. Сколько мы израсходовали газа, я не знаю, потому что у меня, к сожалению, нет весов. Поэтому можете заказывать, ссылочки внизу.